Когда мы узнали диагноз нашего сына, мы попали в такую ситуацию. У нас безвыходное положение было. Мы вообще не знали, как, к кому обращаться и куда обращаться. Впереди у нас было два проблема. Как бороться с этим болезнью и кому обращаться. В Кыргызстане мы везде обращались. В клинику, частную клинику. Все они нам одно говорили, что на такую болезнь только лечиться на зарубеже. Мы узнали про фонд, который помогает с таких ситуаций детям. «Солнце в ладошках» и его директор Елена Алексеевна. Мы связывались с Еленой Алексеевной, и они сразу дали нам добро, что помогают. Идите в Турцию, мы нужную сумму собираем, помогаем, спасем вашему сыну. Они так сказали им, и это было чудо. Это было чудо для нас. Здесь есть переводчики, здесь никакой трудности не бывает. Сотрудников фонда везде они помогают тебе. Поэтому не бойтесь, что что-то здесь будет не так.